Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги святых апостолов, деяний святых апостолов. И это глава, седьмая глава, она всецело посвящена архидиакону Стефану и она начинается словами «Тогда сказал первосвященник, так ли это?» То есть представители еврейских диаспор разных, они обвинили архидиакона Стефана в том, что он против Бога Израиля, что он не признает закон Моисеев, богохульствует. И первосвященник – спрашивает после этих обвинений обвиняемого, так ли это. Но он сказал, мужи, братья и отцы, вот здесь интересно, он называет их братьями и даже отцами. Надо сказать, что в Священном Писании даже о еретиках сказано, что их надо вразумлять как братьев. Имеется в виду те, которые не соглашались с апостольскими посланиями. Удивляться не надо. Если вы посмотрите э, слово о статуях святителя Златоуста, он говорит, что мы еретиков должны воспринимать как заблудших братьев наших и с братской любовью наставлять их. И в этом рассуждении он несколько раз повторяет эту мысль, что мы должны думать о них как о братьях, хотя и заблудших, и с братской любовью стремится их образумить. Поэтому не будем удивляться, что архидиакон Стефан обращается к иудеям, будучи сам христианином, с такими словами «мужи, братья и отцы». Подобно будет говорить апостол Павел, обращаясь к иудеям и другие. Но он сказал, мужи, братья и отцы, «Послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего и пойди в землю, которую покажу тебе». То есть его обвинили в том, что он не признает закон Моисеев, а вот в своей речи он просто пересказывает, пересказывает э, Пятикнижие Моисея в исторической части и даже э, озвучивает известные на тот момент иудейские комментарии на Пятикнижие. Этим самым показывает, что обвинения против него ложные. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Меспотамии, прежде переселения его в Харан. И сказал ему: Выйди из земли Твоей, из родства Твоего, из дома Отца Твоего и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харани, а оттуда, по смерти отца Его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследства, ни на стопу ноги обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут пробощения и притеснения лет четыреста. Но я, сказал Бог, произведу суд, над тем народом, у которого они будут в и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте. И дал ему завет обрезания, посему родил он Исаака и обрезал его в восьмой день, а Исаак родил Иакова, Иаков же двенадцать патриархов. Вот здесь он в исторической последовательности, так как это описано в книге Бытия, в пятикниже Моисеевом пересказывает известные события. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей Его и даровал мудрость Ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод, великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов, Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Вот здесь очень такая важная, интересная деталь. Архидиакон Стефан говорит, что в Египет пришли 75 душ. Если взять еврейскую Масору, то там говорится 70 душ. И противники христианства обвиняли Новый Завет в неточности. Но, что интересно, в Септуагинте говорится 75 душ, не 70. Но самое интересное, когда в Кумранах обнаружили древнейшие списки Торы, в том числе и книгу Бытия, по-еврейски она называется Баришит, и книгу Исход, по-еврейски она называется Шмот, то выяснили через текст этой книги, той и другой, что 75. Так было написано э, в древнейших списках еврейской Библии. Таким образом подтверждается вот, точность э, того, что это было сказано в очень древние времена. Вот эта речь архидиакона Стефана, когда был еще протоеврейский текст в ходу, не Масора, Масорецкий текст его начали составлять это редакция такая поздняя еврейского текста, в V веке нашей эры и окончили где-то к X. То есть у нас Кирилло-Мефодиевский славянский текст Библии древнее, чем э, Масарецкий. И во всех случаях, где Масарецкий текст расходится с Эптуагинтой, с греческим переводом, который был целиком воспринят церковью как духновенный, сама Септуагинта не расходится с кумранскими рукописями. Поэтому очень странно, что современная библиистика предпочтение отдает Масоре, а не кумранским спискам, на основании которых самых древнейших оригиналов делался и перевод Септуагинты, то есть с протоеврейского текста. Далее, 15 стих. «Иаков перешел в Египет и скончался сам, и отцы наши, и перенесены были в Сихем, и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова». А по мере, как приближалось время исполниться обетованию – о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал новый царь, который не знал Иосифа. Вот здесь вот как буквально следует за книгой Исход, шмот по-еврейски. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего, но об этом говорится в книге «Исход». А когда был брошен, взяла его дочь Фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце, то есть Моисею, посетить братьев своих, сынов Израилевых. Вот здесь архидиакон Стефан не просто воспроизводит текст, он воспроизводит комментарий к этому тексту. Дело в том, что в Пятикнижии нигде не говорится, что Моисею было 40 лет когда он вышел посмотреть, как живут его братья. Это устойчивое иудейское предание, иудейский комментарий. Таким образом архидиакон Стефан показывает, что он знает и письменную тору, и устную тору. То, что в христианской традиции называется священное писание и священное предание. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного против египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его даст им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, вы, братья, зачем обижаете друг друга? Ну и здесь продолжается, в общем-то, история Моисея, здесь говорится о событиях на Синае и о скине свидетельства, которое созидалось. И далее, показав, что он знает пятикнижие Моисея и не отвергает, он верит, что это истинное Слово Бога, а он уже обращается к обвинителям. Жестоковыные, это 51 стих, «люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы» что значит с необрезанным сердцем и ушами. Об этом говорили еще ветхозаветные пророки, что необходимо обрезать не только плоть, но обрезать, значит, посвятить, но и сердце свое, и слух свой тоже надо обрезать, то есть посвятить Богу. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, праведник его называет Христа, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон, прислужение ангелов и не сохранили. А что они не сохранили? Христос говорит, что закон, Писание, пророки, все это свидетельствует о нем, а иудеи как раз этого не сохранили. Поэтому и распяли Господа нашего. Далее говорится о самой мученической кончине архидиакона Стефана. Слушав сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него а Зубами Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего Одесную Бога. Обычно о Христе говорится, что он сидит Одесную Бога Отца, а здесь мы видим, что Христос поднялся со своего трона и стоит, переживая за архидиакона. Стефана. И сказал архидиакон Стефан, озвучивает это свое видение: Вот я вижу небеса, отверстия и сына человеческого, стоящего Одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него. Единодушно, то есть представители диаспор и сами члены середрена. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног-юноши именем Савла. А это о чем? Те, которые свидетельствуют против человека, и их свидетельство оказывается причиной его казни, они первые должны бросать. Камня. Здесь мы видим э, юношу по имени Савул, который по малолетству не имел права забрасывать э, камнями архидиакона Стефана, хотя он очень этого хотел. Но он взялся вот охранять одежды этих людей, а они сняли одежды, чтобы они не мешали бы им метать камни в архидиакона Стефана. Юноша Савл — это будущий первоверховный апостол Павел. 59 стих. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмини им греха всего!» И, сказав сие, почил. То есть сначала он молится за себя, но его последнее прошение, вопль, это за тех людей, которые побивают его камнями. Он просит, чтобы Господь не вменил бы им этот грех в грех. То есть он во всем здесь подражает своему божественному учителю. А мы знаем, что Христос, когда был распят, он тоже молился за своих распинателей, говоря... Обращаясь к Богу, прости им, ибо сами не знают, что они делают.